Утро. Что здесь стало? Кто? Кто это радио? Доброе утро. Ну что ты? Идем гулять. Всем доброе утро. Пошли мы гулять с Альфиком. Пошли. Альф, вкусная травичка. Приятного аппетита. Вот так мы моемся после каждой прогулки. Боится воды. Всем привет. Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня 2 августа, праздник пророка Илии, с чем я вас поздравляю. Хотела еще немножко рассказать о себе. Значит, заканчивала я нашу местную школу 122. Дальше 9 классов заканчивала. Дальше поступила в медучилище. По образованию я фельдшер-лаборант, а по высшему образованию я просто химик. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что я по высшему образованию так и ни разу не поработала. Ну, уже так. Я работаю по будням, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 2 дня у меня выходных. Ну вот, как бы решилась попробовать открыть свой канал. Может, кто-то мне даст какие-то советы, может, какие-то я там, как я и говорила, у меня 2 деток. Девочке будет 20 сентября, зовут ее Катенька. А Ванюшке в мае было 12. Ну, так случилось, что Катюша наша почти 2 года тому назад захотела собачку. Я вообще собак боюсь, но долго подумав, мы определились с породой. Взяли мы французского бульдога. Ему было на тот момент 4... Нет, да, в сентябре он родился, а в декабре мы взяли его. 3 месяца. Взяли мы его с прививочками. Нам только оставалось было найти ему подходящий корм. И ссылку оставлю внизу на корм. И мы нашли его. Много я смотрела видео про корма, что некачественных много очень. Как бы это не реклама, ничего. Корм Origin. Мы взяли с мясом, там есть и с рыбой. Разные там как бы корма. И посмотрела там дозу. Да, действительно, его нужно меньше, чем обычного корма. Значит, мы ему даем утром и вечером, в основном утром и вечером корм, а в обед чуть-чуть даем маску. Собаки эти любвеобильные, он хочет быть всегда в центре внимания, он ревнивый, коту ревнует, другой собаке, если гладишь другую собаку, он ревнует, любвеобильный, короче, он такой, чтобы только ему было все. 100 летом у нас проблем не было изначально, потому что брали мы его из частного дома, в частный дом, в принципе, то есть как бы он привык. Ставлю его фотографию маленькую, когда мы убрали, ну вот, я не пожалела ни разу, что мы взяли эту собачку, именно этой породы. Помощники по дому, по уборке дома, это пылесос Томас, он... Там бак с водой, надо набирать бак с водичкой, тогда пылесосить. Он хорошо тянет, все. Минус в том, что он очень тяжелый, как бы на 2-й этаж мне его довольно тяжело нести. И минус в том, что когда им попылесосишь, не хочется очень мыть бак после него. То есть вот он так открывается здесь. И как бы там, это фильтр. Фильтр тоже периодически надо мыть. И тут сюда водичка наливается, и его надо как бы мыть. Так, но минус в том, что он очень тяжелый. Он моющий, моет и ковры. Средства хорошие, ковры отмывают хорошо. Но надо ковры только, наверное, скорее всего, летом. Потому что зимой такой остается, значит, запах чуть-чуть. Раз пробовала. Или хорошо проветривать комнату, или все-таки лучше летом. Но летом мы как живем в частном доме, нам проще вынести ковер и постирать. Так, а это мой самый вообще любимый пылесос, наверное. Я очень жалею, почему я его раньше не купила. Это Xiaomi Dream V9. Это заряжается он, вот видите, вот такая зарядочка к нему идет. Так, значит, это к нему идут такие щетки, ну, дополнительные насадки. Эта щетка очень хорошо пылесосит машину, так, и справляется с шерстью. Очень хорошо, как бы, я им довольна. Эта щеточка справляется в углах где-то. Она так еще вот тут нажимается, и она сейчас вот нажимается, и она сюда защелкивается, становится чуть-чуть длиннее. Так, и это тоже такая щеточка. Говорят, хорошо
пылесосить там люстры, все такое. Ну, я редко, честно говоря, пользуюсь этой щеточкой. Вот, вот этими две щеточками очень часто пользуюсь. И основная она идет, эта щетка. Значит, он работает на максимальной скорости минут 10, на средней скорости, наверное, до получаса, может, 20 минут, а на маленькой скорости вообще там долго пылесосить. Но я пылесошу только на большой, потому это 120, по-моему, вольт или ватт, как оно там правильно тянет, только на максимальную пользуюсь. Мне хватает попылесосить 10 минут там первый, допустим, этаж, поставить его на зарядку и попылесосить второй этаж. С шерстью очень следующие мои помощники — это швабра Веледа и обычная швабра с Леруа Мерлен. Она хороша, но она хороша на скорую руку. Как? В каком плане? Мне не нравится эта щетка, мне не нравится. Я ее меняю, она меняется. Так она плохо как бы моет, соединяется с поверхностью плохо. То есть не надо только вот на быстрый случай. Что-то разлилось, раз собрал и все. Вот. А эта Веледа, конечно, она просто супер, эта швабра. Я тоже жалею, почему я ее раньше не купила. Ссылочку оставлю, я ее покупала. Очень вообще довольна, она моет хорошо. Следующие мои помощнички — это тряпочка. Вот такая тряпочка идет. Это старенькая, это новенькая, еще как бы не распечатанная. Вообще любимая моя тряпочка. Тут она еще, хоть я ее стирала, но видите, пятна какие-то остались. Надо еще перестирать, наверное. Так, довольна ей, она совсем справляется. Все, ну, конечно, со средствами какими-то. Так, эта тряпочка более все-таки как бы для зеркал, наверное, чтобы вытирать, натирать. Но я купила где-то месяца, наверное, 3-4, может, назад тряпочку от Ringway. Так, она стоит 180 гривен. Она моет зеркала без средств и хорошо справляется с зеркалами и с телевизором. Окна, к сожалению, еще не пробовала, как бы ей. Как бы берегу ее только для зеркал и для телевизора, чтобы без моющих средств как бы было. Вот такие мои помощники. Еще вот покупала такой держатель для швабр. Она Алиэкспресс. К сожалению, у меня чуть-чуть тут отходит уже. Вот чуть-чуть отходит. Но еще держится. Заказала еще один. Просто они приходят, наверное, там до 3 недель. Вот зажимается и держится. Очень классно держится. Заказали две пиццы. Обычно заказываем Доминос. Доминос пицца. Привозят очень быстро. Одну взяли среднюю, одну взяли большую. Вот наборы. Курьер обработал руки, был в маске и в очках. Как бы все нормально с этим. И взяли, значит, это сырное, любимая моя. А это взяли пепперони блюз. Первый раз берем, узнаем. Всем приятно. Рада была вас видеть на своем канале. До скорых встреч. Всем пока-пока.